Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами продолжаем исследовать волшебный мир и бежим за Себастьяном. Так, они пытаются что-то раскопать. Но это, видимо, он про сторонников Ранрока рассказывает. В общем, он нас ведет. Если вы не смотрели прошлую серию, посмотрите, пожалуйста, что вы как эти. Вон там, на том плато, они наслали проклятие на Анну. Нам сюда. Короче, он нас ведет, да, на вот как бы то место, где все произошло, вот это вот страшное. А пока мы идем, можно и на канал подписаться, между прочим. Какие дуэльные уловки! Блин, а у меня даже нету. А почему на... Себастьян, беги! Блин, ты чё, скотина? Ух ты какой! Вот тебе, вот это вот ты какой вообще, блин! Фига мы... Вообще мы с тобой вдвоем мочканули нормально. Мы теперь подельники. Что теперь делать? А в одной камере сидеть не получится. У нас с тобой. А что надо сделать? Попадите в снайпера с использованием заклинания столбеней. Запустите цель в другого врага с использованием депульсо. А где снайпер? А чё, прям с винтовкой сидит? Чеха! Подождите, мы не готовы еще к этому ко всему. Подождите, мы готовим план. Тихо. Мы так просто вот это не делаем все. Нам надо понять. Блин, реально, посмотрите, как обидно. В натуре эти мобы все подтягиваются к твоему уровню. А где снайперы-то? Не бывает таких снайперов. А можно его как-то это? Не можно, наверное. А, кто-то нас заметил. Ой. Блин, я буду сейчас тут сиськи мять 300 лет. И что? Вот, а можно было сразу вот так сделать. Какой репаро? Ты что? Вы что вытворяете вообще? Ой! Кто-то меня поцарапал! Ой, все плохо. А у меня нет! У меня только одно, кстати, осталось. Вот этот. А все, нету больше у меня. Хилок-то нету. Хилок-то у меня нет. А где Себастьян? Он жив вообще? Ничего себе, я их размотала нечаянно. Извините, если кого задел. Сейчас я тебе как дам. Где-то еще один уходит. Гнида, где ты? Слышишь? На! Это было твоей последней ошибкой, он сказал. Ой, да ладно, ты меня недооцениваешь. Я еще ошибаться буду здесь. Знаешь, сколько раз. Ща, подождите, вы мое вот это... Ой, прям по мордасам мне прилетело. Подождите. Вы бы, может быть, лучше на каком-то, знаете, вот таком месте бы вот лучше драться. Более удобном. Ты живой, мой хороший. О, денюжки. О, денюжки, нормально. Так их вон там еще прорва. На тебе. Я тебе сейчас себя ударь по башке. А что происходит? Подождите, я отвлеклась. Какая тварь? Чего? Какая? Ты что несешь? Какая-то тварь там к чему-то не готова. Я, видать, на колесико нажал. У меня, знаете что? Я хочу похвастаться, пока мы не заняты, да, с вами. У меня теперь новая мышка. Она вертикальная. Вот, и как бы я немножечко не привыкла к колесику. Да, я буду оправдываться, что я фигово дерусь тем, что у меня новая мышка. А что вы мне сделаете?
Уворачиваюсь, я все еще ок, понятно? Тебе капец, кстати, ты знаешь? Вот так-то. Должен признать, такого я не ожидал. Должна признать, мы все в шоке. Слава богу, что не пауки. И на том спасибо. Что такое? Эти сторонники Ранрока получили по заслугам. Полностью согласен с тобой. Именно здесь все и произошло. Среди ночи мы почувствовали запах дыма, а выглянув из окна, увидели, что из окон поместья вырывается пламя. Мы с дядей не успели ее остановить. Анна выбежала наружу, помчалась к горящему дому. Она беспокоилась, что кто-то из жильцов мог пострадать. Она столкнулась лицом к лицу с ордой гоблинов, лихорадочно пытавшихся потушить огонь. И тут кто-то невидимый в дыму произнес ледяным голосом: «Детей должно быть видно, но не слышно». А потом ослепительная вспышка. У нее не было шанса побежать. Ну вот он, скотина, конечно. Она пыталась что-то... Они пытались что-то спрятать, им не нужен повод для убийства. Какой... Как ты сделала этот вывод? Ну, вообще, да, я согласна, что им не нужен повод-то, в общем-то, они вообще маргиналы. Сдается мне, сторонники Ранрока напали на Анну без причины. Они вполне способны на такое, но я уверен, что они пытались что-то скрыть. Мне не дает покоя мысль, что в этом месте должна быть какая-то зацепка, которая приведет меня к тому, кто проклял Анну. Впрочем, ну, это может быть единственный способ узнать, что за магия причинила ей вред, и понять, как ее исцелить. Возможно, сторонников Ранрока везде довольны, но сюда они, похоже, наведываются частенько, и может статься, они что-то прячут или ищут. И в замке Руквудов. Давай осмотримся. Давай. Похоже, они разбили лагерь именно здесь, не просто так. Повсюду посты. Давай что-то поищем интересненькое. Вот это что такое, например? Кто же тут жил? Это место заброшено, столько я здесь живу. Говорят, тут когда-то жил хогвартский профессор столетия назад, но это все, что я слышал. А что еще-то? Так, вот еще есть что-то интересненькое. И слышу, такие гоблинские раскопки сейчас. Ага. Странно, что министерство не пытается в этом разобраться. Да министерству вообще на все чхать трекуче. Они, значит, там животных мы спасаем тем, что мы их сажаем в клетки. Эти сторонники Ранрока всегда вооружены и готовы к бою. Возможно, стоит осмотреть сам дом. Слушай, возможно. Потому что я ничего больше вообще полезного не вижу здесь. Это дом? Я думал, прям дом. Это хрень какая-то. Ну вон чего-то, ты не видишь, что ли? Себастьян, сюда! Как думаешь, он в таком виде из-за пожара, который был, когда прокляли Анну? Может быть, хотя, как по мне, это сделано преднамеренно. Так. О, тут вон еще колодец. Что-то мне это напоминает. Колодец. И денюжки. Себастьян, я все это уже видела. И дом, и колодец. В общем, этот вид мне знаком. Как это? Когда? Одну минутку, я сейчас все объясню. Сейчас я тебе все расскажу. У меня дар. Или проклятие. Себастьян, в этом доме когда-то жила преподаватель из Хогвартса сотни лет назад. Кто-то о чем? В тот день в запретной секции мне попался омут памяти, в нем хранилось воспоминание об этом доме, это маленькая девочка, еще было очень сухо. Хранители показали мне и другие воспоминания. Эта девочка стала преподавателем в Хогвартсе, ее звали Исидора Морганак, она также была хранителем. Что за хранители? И какой еще омут памяти в библиотеке? Ничего не понимаю.
Да подожди, мы с тобой давно не разговаривали. Да, это не просто, нет уверенности, что я все до конца понимаю. Они назывались хранителями, потому что защищают некое знание. Это как-то связано с сейфом в Гринготсе. Скажи-ка мне, я правильно понимаю, что за тобой охотятся Ранрок и Рук? Вот потому, что у тебя есть какая-то вещь из Гринготса, куда тебя забросил через портал, и у тебя есть способность замечать следы древней магии, которую, по-твоему, пытается использовать Ранрок, а теперь ты еще и видишь воспоминания, оставленные хранителями? Ах, да, этот дом принадлежал преподавателю Хогвартса, который был одним из тех самых хранителей 100 лет назад. Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты все выдумываешь. Да, уж звучит как фантастика, если так поразмыслить, но я хочу сказать, есть причина обыскать этот дом. Ты хочешь выяснить, что стало с Анной, а я разузнать побольше о хранителях. Вот это, конечно, мы встретились, два одиночества. Взгляни-ка, куда? Как-то неспроста... Кто-то неспроста нагромоздил здесь вот это говно. Понятно, согласна, конечно. Пойдем. Опа, подвал. Пойдем. Я надеюсь, ты идешь за мной. Я думаю, что... Вы чего? Зачем? Вы зачем двигаетесь-то? А вдруг здесь пауки? Надо было внимательнее смотреть, что там. После них тут настоящий бардак. Видимо, они искали что-то очень ценное. Сейчас и мы найдем. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто оправился от чумы, никогда не оправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. Это же запись из дневника Исидоры. Оставлю-ка это у себя. Конечно, давайте все реликвии оставлять у себя. А в музеях что лежать тогда будет? Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания. Сегодня снова увидела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Похоже, это записи из путешествий Исидоры. А вы еще и деретесь? Хватит! Перестаньте сейчас же. Подождите. А что сделать-то? А, нам как-то туда надо попасть, что ли? О, просто... Ты не поверишь, я вижу крипту. Грезишь, что ли? Со мной такое тоже бывает. Я тебе говорю! Я тебе вообще зуб даю. Вижу. Вот как тебя сейчас прям вижу. Признаю, звучит нелепо, честно говоря, мне уже ничего не удивляет. Справедливо, я вижу крипту сквозь эту каменную стену, будто в окно. Такое случалось и раньше. Я тебя внимательно слушаю, думаю, это из-за моей способности видеть следы древней магии. Но ты же сказал, что толком не понимаешь эти способности, не можешь их использовать. Как это? Верно, я пока не знаю, как все это понимать. Но я точно знаю, что эта моя способность позволяет перемещаться сквозь окна, которые я вижу. Постой-ка, значит, мы можем попасть в крипту прямо отсюда? Он не будет поражен. Да он вообще охренеет. Можем, но пока лучше держать это в тайне, даже от Доминиса. Уж, пожалуйста. Ясно. Что ж, тогда давай проверим этот невидимый тайный древний магический проход. Прямо хочется затаить дыхание. Ну ты затаи, пожалуй. Потому что у меня для тебя сюрпризов еще. Мама, не горюй.
Вообще пока что-то какая-то вообще непонятная вещь, что происходит. И что они могут делать? Ну, они явно хотят завладеть просто тоже вот этой древней магией. Или они ей уже владеют и хотят ее отобрать у волшебников. С чего вдруг дверь привела нас сюда? Себастьян, гляди! Да он не видит. А, вот это он должен, конечно, заметить, да. Так, не работает. Такой типа. Это карта? Кусок карты. Зачем прятать? Такое ощущение, будто мы что-то упускаем. Тут записка. Давай посмотрим. Давай. Вот где их потом смотреть? Они же где-то потом должны храниться. Ну вот какие-то штуки-дрюки. Ну, я ничего не понимаю. Для меня это сейчас пока Филькина грамота. А может быть и навсегда это. В записке нашлось что-то полезное? Да! Сейчас я тебе перескажу. Рунические символы. Такие использовали хранители. Я тут подумал, много лет назад в этом доме жил один из хранителей, а потом явился Ранрок с прохвостами, чтобы все здесь перевернуть. Ты говоришь, что гоблины могут использовать некую древнюю магию. Как думаешь, может, на Анну пало какое-нибудь древнее проклятие? Конечно, наверняка тут не скажешь, но лично я сомневаюсь. Следов древней магии возле твоей сестры не видно. Ладно. Но это не значит, что она тут не замешана. Мы все еще слишком мало об этом знаем. Я согласна с тобой. Верно, может быть, этот триптих поможет нам найти ответы? Тогда нам надо разобраться, в чем тут дело. А я пока встречусь с Омнисом. Не беспокойся, я ничего ему не скажу. Ой, я тебе доверяю. Я говорил, что, возможно, у Слизерина был тайный... Нет, пожалуй, стоит его поискать. Есть идеи, где бы он мог находиться? Понятия не имею. Омнис только об этом узнал. Я расскажу тебе. Я думал ему просто навести ману, а вон как все вышло. Мне надо привести мысли в порядок, но я рад, что ты все мне рассказал. Да ладно. Я с тобой свяжусь. Давай. Ладно, давай. Я, кстати, знаете, что вам хочу сказать? Я тут узнала. Ой, что я узнала? Что я узнала? Можно сходить в этот, в Хоксмите есть парикмахерская. Ой, мы можем сходить и привести себя в порядок, чтобы очаровывать. Что за призрак нашей любви? На карте изображен лес. Используйте карту с парящими свечами. Давайте, блин, я, кстати, не знаю. Тут вот нам надо, кстати, к Шарпу сходить. Нам он скажет Дефиндо. Ну, не в смысле скажет нам, а в смысле... Встретимся у развалин замка, когда стемнеет, и никому ни слова. Ну, конечно, это у нас, это для нас вообще абсолютная норма. Бродить по ночам и заниматься всякой хреновней. Где у нас профессор Шарп обитает? Вот здесь. Что тут у нас рядом? Какой ближе? Вот этот? Вот этот? Давайте вот сюда переместимся. Короче, я предлагаю перед следующей встречей с Себастьяном сходить в парикмахерскую. Как-то, может быть, на прическу поменять. Мне что-то это уже надоело. Она все-таки реально иногда выглядит как мочалка. Ну, вообще, честно сказать, я не помню, чтобы там были какие-то более достойные прически. Но... Знаете ли, новые отношения, новая прическа. Не я это правило придумала, не мне его отменять, знаете ли. Поэтому извините. А! Слышь ты, гнида! Иди отсюда. Будет меня пугать. Ишь. Have you finished your assignments? Уже выполнили все задачи? Все задания выполнены, профессор. Так-так, надеюсь, вы приложили максимум стараний, ведь, как я слышал, герои не ищут легких путей. Ой, я вообще просто working hard. В целом получилось сносно, все сделано в лучшем виде. Хорошо, с другой стороны, меня бы это не волновало, но вы, я должен убедиться, что вы подготовлены. Сочетание таланта и усердия — редкий дар, не хочется, чтобы он пропал впустую. Спасибо. Да, только не зазнавайтесь. Ну, давайте посмотрим, как у вас пойдут дела с Дефиндо. Достаньте палочку. Достаю.
Так, сосредоточьтесь, если вы отвлекаетесь, Дефиндо может вам порвать жопу. Не знаю, он так не сказал, просто не успел прочитать. Опа! Ну чего, моя босичка моя довольная, моя хорошая? Очень хорошо. Похоже, вы освоили. В натуре похоже, прям на то. А как оно? А, вот так оно. Я его пока вот сюда воткну. Чё ещё? Профессор Шарп, у вас найдется минутка. Зависит от того, что на что вы намерены ее потратить. Можно расспросить вас о службе мракоборцев. О, кстати, интересно. Я заметила значок мракоборца на вашем столе и хотела спросить вас рассказать о вашей службе. Вы наблюдательны. Хорошо, я уделю вам минутку. Я много лет выслеживал негодяев, торговавших артефактами, которые были созданы с помощью темной магии. По-моему, это опасно, по-моему, это захватывающе. Не стану спорить, во всяком случае, мне тоже некоторое время так казалось. А потом ты получил этот шрам и передумал. Я стал отличным мракоборцем, однако, если уверенность в себе не уравновешена скромностью, то успех может заставить человека расслабиться. Одна ошибка во время боя все изменила. Можете рассказать, что произошло? Но тайны в этом нет. Мы с напарником выследили подозреваемого в бухте Скарбора. Он занимался контрабандой сушеных голов. Я считал, что он работал в одиночку, однако я ошибся, и нас уже поджидали. Пипец. Мы пробрались на корабль, но, словом, я спасся чудом, а вот моему напарнику повезло меньше. Мне очень жаль, сэр. Я понимаю, что работа мракоборца чрезвычайно опасна. Ну, так и есть. Но жизнью рискуют не только мракоборцы. Да, еще и все школьники, потому что никто за ним не следит. Будьте внимательны и не только на моих занятиях. Это главный урок, который вы должны усвоить. Неверно изготовленное зелье может стать ядом, а вы не заметите разницы, пока не выпьете его. Отлично сказано, профессор. Вот так спасибо, бабочки, профессор. Слышь ты, будешь меня пугать? Понятно, приятно, когда ученики прислушиваются к указаниям. Я тебе сейчас вообще устрою. Понял? Вон. Жопа подгорела. Вот только попробуй за мной поедь. Вот только попробуй. Сейчас, смотрите, смотрите, смотрите. Короче, надо вот так. Вот так. Так. Все. О, я могу разблокировать замок. А, нет, не могу. А, или могу. Я уже забыла опять, как это все делать. Ага. А, да. Вот это, чтоб двигалось. Вот. А вы говорите. Теперь мы еще и вор-медвежатник. Мочканули уже парочку людей сегодня. А теперь еще и воруем. А почему? Так тут и нет ничего полезного-то. А, вот. А, я это уже забрала. Какая я молодец. Это вообще шикарно, конечно. А зачем я тогда это взламывала? Он же меня тут сюда сам пускал. Вот так интересно. А что у нас сейчас за задание? Высокая крепость. Вингардиум Левиос. Получить 17 уровень. Чтобы начать это задание, должны научиться использовать Вингардиум Левиоса. Спасибо. Астрономия. Посетите занятия. Занятия профессора Шах проходят на вершине астрономической башни вверх по лестнице от входа. Выручай комнату. Мне нужно отправиться туда прямо сейчас. Прямо сейчас? А чеснок что хочет? Раздобыть тентакулу. Мандрагору. Испытать ее против некоторых врагов. Нескольких врагов одновременно. Етить, колотить. Кагава что хочет? Попрактикуйте свои летные навыки. О, может полетаем? Мы, кстати, давно не летали. Нам научат нас научат аресто моментум. Аресто моментум. Я такое даже не знаю, что это такое. Вот и посмотрим. Ого! Ого! А чё так это? Далеко-то это все. Правильно? Да, ни хрена себе вообще.
Самое близкое это опять вот эта деревушка. О, можем тогда, кстати, и на дно отправиться. Там какая-то женщина нас спросила какую-то найти хрень. Я не знаю, короче, вот вы делаете со мной что хотите. Я обожаю побочки. Ну, если они интересные, конечно. Бывает, вот есть игры, в которых они неинтересны совершенно. Например, вот я играла, я уже как-то упоминала игру Biomutant. Вот мне она понравилась. Я, наверное, когда-нибудь доиграю в нее. Но дело все в том, что я там переоценила вот эти все побочки. Они там абсолютно одинаковые. Типа, ну, пойди, принеси, подай, там, и все. И их настолько много, что уже начинает бесить. Практикую летные навыки. Что, надо лопнуть? Опа! О! Это нам придало ускорение! Прикол. А, и теперь вон тудой. А там вон кто-то в лесу торчит. Зачем ты приземляешься? Ты понимаешь, что не надо приземляться же, да? Это Фелдкрофт. Да не надо туда приземляться, там какие-нибудь дюдюки. Вон их там, вон сколько на карте. Делать мне больше нечего. Я вон летные навыки практикую, меня за это научат какому-то неизвестному заклинанию. Я забыла, как это делается. Во, вот так. Опа. Господи, что ж так все далеко? Зато ни с кем драться не надо. О. Вижу цель, не вижу препятствий. Сейчас мы приэтываемся, примастимся. Оп, опа, опа, оп, оп. Так, теперь ускоряемся. Блин, да нет, стой, 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 тихо, 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 заново. Сейчас. Немножечко я себя переоценила. Блин, ну это приколдес. Мне прям по приколу. Подождите. Тихо. Пониже. 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 Вот. Вот, нам и музычку умиротворяющую включили. Ой, какая красота. Оп! Опять я переэтывала. Ну давай уже проткни ее, ну рядом летаешь. Просто глаз алмаз, посмотрите на нее. На меня, в смысле. Вот, я выполнила. Прекрасно, а где мадам Кагава? Сейчас я к ней вернусь. Она небось в замке. Да? Хогвартс. Да? Вот тут. Нет, это астрономия. Нет! Вы меня не обманете. Мне вот сюда. А где это? Куда это сюда? Да подождите. О! Так, это потерянная астролябия. Вот, летные испытания. И все, я отслеживаю. Да, отслеживаю. Прекрасно. Ничего, короче, я не поняла, что я сделала. Слушайте, тут вокруг Хогвартс. Посмотрите на карту. Где мракоборцы? Где министерство? В смысле, я не могу, находясь верхом. Зато знаешь, что я могу? Ты сейчас знаешь, кто мой отец? Я, кстати, не знаю, кто мой отец. Может быть, как раз вы расскажете мне. Короче, я могу зато летучим порохом вообще, что хочу. Вот где хочу. How nice to see you, my young friend.
Все время она меня пугает. Вот каждый раз она меня пугает, эта женщина. Давай присаживайся уже. Ой, нет, не так. Чё, Кагава прям ночью придет? Сомневаюсь. Поговорите с Эмельдой, почему? Почему я должна с Эмельдой разговаривать? Гриффиндор. Эй, Гриффиндор, слышь ты? Где Кагава? Я буду с ней разговаривать. Чё за дела, блин? Ты кто такая вообще? Эмельда Рейс меня прислал Алби Уикс. Да неужели? Небось, так и воясь со своим улучшением для метлы. Однажды я попыталась помочь ему, но он раскритиковал мою технику полета, и на этом все закончилось. Какая наглость. Так значит, теперь он хочет втянуть тебя в свою дурацкую затею с метлами? Интересно, почему? Ты ведь едва научилась летать. Или до него дошли слухи о ваших с Клоптоном выкрутасах на уроке полетов? Все было не так, ты просто зави... А есть вариант треснуть ей по щам. Ты просто завидуешь. По-моему, ты просто завидуешь моим способностям. Я, капитан команды Слизерина по квиддичу, завидую тебе. Все знают, что эти занятия нужны только новичкам, хулиганам и неуклюжим. Ага. Но почему-то остальные уверены, что ты станешь мне серьезным конкурентом. Ты ведь даже не из Слизерина, это все равно, что Сквиб. Хватит болтать. Есть только один способ узнать, кто из нас лучше летает. У меня на этом маршруте один из лучших результатов. Посмотрим, сможешь ли ты со мной тягаться. Слизерин против Гриффиндора. Блин, я вообще... Меня должны были предупредить, что... Что не надо выделываться. Я же плохо летаю, прям реально плохо. А что это за... Подождите, тут у подручного приступ. Что случилось? Конечно, мы её сделаем. Вот жаль, конечно, они твоих жестов не видели, вот этих, которые ты делал. Почему бы и нет? Я тебя обгоню. Ты чё ты несёшь? Ты чё несёшь-то? У меня не получится. Что? Так, ладно. Окей. Зачем ты? Зачем ты? Ой! Блин! Капец. Капец, как стрёмно! Господи, я даже не успеваю ничего говорить. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Все получится, все получится, все получится. Давай. Тихо. Нет, не тихо. Почему тихо? Надо же быстрее. Так. Ой! Блин. Наказание мне. Но это лучше, чем облетать кольца и типа заново что-то делать. Вот у меня сейчас такие же ощущения. Так. Окей. Ой. Блин, что-то я не попадаю в эти пузыри. А я, между прочим, тренировалась там в каких-то горах. Ну ничего, я тогда еще раз попробую. Я вообще женщина, знаете, такая, очень целеустремленная, очень сильно. Все, что ли? Серьезно? Ты что, серьезно? Ну и где это? Подручный, угомонись. Ну и чё? Как так? Это явное жульничество. Ты не... Ладно, победа за тобой.
Но не думай, что на этом все. По одной гонке нельзя судить о том, кто что умеет. Да, боюсь, моя победа. Ага. Могло быть и хуже, но тебе еще придется показать себя, если хочешь заслужить мое уважение. Мне вообще срать, трекучен, твое уважение. Если бы не геймплей, я бы тебе просто треснула бы по щам и пошла бы вообще заниматься своими делами. Зато у меня есть парень, а у тебя нет. Поэтому ты такая злая. Ой, господи. Так нельзя шутить. Ладно, фигадно. Считай, вызов принят. Может, у тебя и впрямь талант. Посмотрим. Че, еще раз? Ну, особо не надейся. Следующий маршрут намного сложнее. Че, еще раз летать? Можешь подготовиться, полетав по этому маршруту. Просто подойди к помосту туда, где список лидеров. Там, может, уйти. В следующий раз посмотрим, не была ли твоя победа простой случайностью, раз уж речь... О получении... Чё? О поручении? О получении. Вряд ли она получение имела в виду. Это было бы странно. А почему я должна к какому-то мужику опять? И зачем? Зачем мне туда? Я вообще... Я просто... Я машина, понятно? Ты... Вот, вот, вот бывают же вот среди вот слизеринцев вот такие вот эти вот люди. Слышь, что сказал? Типа, и ты даже не со Слизерина, все равно, что сквип, типа. Вообще ошалевшая, да? Может, ты какие-то тут древние всякие видишь символы? А, может, это ты пауков разносила тут направо-налево? Может, это ты тут... Да отстань вообще, просто. Вот что я думаю. Просто вообще выбесило, капец. Так, это я прилетела в Хогсмид. Это я молодец. А в Хогсмиде нельзя летать. Кто это все говорит-то? Кто это все сказал? Оп. Сухой вышел из воды, а говорят, нельзя. Ага, приколдес. А я чё? Мне бы... Вот. Вот. Вот мы... Чё, Демимаска? Почему она всё время про Демимаску говорит, когда мы в Хогсмиде? Может быть, где-то здесь... А что это за кольцо такое? Что это за кольцо такое? Опа. Опа. Сейчас деньжат поднимем. Может, мы тут раз мы... А, это я уже... Я уже это все обчищала, блин. Короче, раз мы в Хогсмиде, может, мы тогда и прикупим то, что нам там надо для других заданий. Как раз. Почему я подумала? А почему Хэллоуин? Здравствуй. Да, мы вернулись. Здравствуйте. Мне удалось установить рекорд на метле. Мистер Уикс, мне удалось установить рекорд на метле. Да, это я. Невероятно, мисс Рейс должна быть в шоке. Поделитесь впечатлением о метле. В целом неплохо, хотя ее порой мотало в стороны, да и скорости бы добавить. Надо сказать, что иногда на поворотах ее немного заносило влево, а при резком уходе вниз слышался свист. О, благодарю. Именно это мне и нужно было знать. Заносит. Ага, сейчас же приступлю к работе. Давай. И тогда даже самые закоренелые скептики будут вынуждены признать, что у моей работы с самого начала был потенциал. Не терпится узнать больше. До встречи. А кто это в вас сомневался? С чего бы кому сомневаться в ваших способностях совершенствовать метлы? О, вы удивитесь, но люди ужасно консервативны. Беспокоятся, что вмешательство в то, что, по их мнению, и так нормально работает, может только навредить. Вздыхает. Такие люди не ценят чувство свободы, которое дарит полет на качественной метле. Им наплевать на творческий процесс и все, что с ним связано. Ой, у моего друга в Риме тоже магазин, говорит, там дела обстоят еще хуже. Так я понял, проблема в том, что после обеда итальянцы предпочитают отдыхать, видимо. А где мы были без усовершенствований? Я хочу сказать, представьте, что Эллиот Сметуик прислушался бы к скептикам. И кто тогда придумал бы амортизирующие чары? Вот и мне нет дела до их мнения.
Да. У меня предчувствие, что, что улучшение получилось, что надо. Уверен, вы будете довольны. Скоро я с вами свяжусь. Все заполучилось. Уже прям получилось? Типа сюда потом надо будет вернуться или сейчас? Завершено, написано. О, кстати, может я тебе что-то продам? Вот это можно продать. Хотя оно типа превосходное. Давай я тебе продам. Мне как раз и бабосики нужны. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Ну давай, короче, вот это все я тебе продам. У меня есть. У меня... Я вообще... Thanks for stopping by. Я очень богатый Буратино. Spectacular news. The broom upgrade's ready. А что-то тут есть еще приколдесное? А почему обозначается до сих пор как задание? Что мне надо-то? Это вот обновление для метлы... За косарь? Ты сказал, что ты скидку сделаешь, ты слышишь? Ты издеваешься, что ли, надо мной? Я не могу понять. Слушайте, как... Вы видели вообще это? Вот жулик. Вот так выглядят жулики. Вообще, я с тобой не разговариваю. Уйди от меня. Вообще, блин, вы видели эту наглость? Охренел совсем. Так, мне к Пепину. А зачем? Поговорите. Прислал мне сову с просьбой сделать доставку. Ну, еще доставка. А, за тот день ее уже дадут. Окей. Окей, окей, пойдемте. Пойдемте. По ночам бродим. Еще и Хэллоуин скоро. То есть это значит всякий... Кот! Я уже думала, мы в этой серии котов не погладим. Короче, да, за котами надо в Хогсмид. Может быть, я на стриме ни разу не была в Хогсмиде? Это ж как-то ни на одном стриме я не была в Хогсмиде. Здравствуйте! Вам нужно доставить товары. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Да. Yes, I do. Да, нужно. Думаю, вам не составит труда посетить Кембридж. Это к югу от Хогвартса. А что за товары нужно доставить? Фатимала Вак заказала партию зелья. Обычно я доставляю зелье сам, но в последнее время она каждый раз затевает ссору. И вечно жалуется на качество товара. Но какое уж тут качество, если она заказывает зелье так часто, что я не успеваю их варить? Понятно. Если возьмете на себя эту нервную задачу, то можете забрать себе плату за доставку. Ну, естественно, я же доставлю, вот мне плата за доставку будет, ты как думал. С радостью помогу. Вы не представляете, как я вам благодарен. Вообще, мне интересно. Вот зелье невидимости, которое она заказала. Надеюсь, она не доставит вам неприятностей. Конечно, она тоже весьма талантлива в зельеварении. Я бы даже не отказался взглянуть на ее книгу рецептов. Окей, подожди, а давай мы чуть сначала... Вообще, мне интересно, короче, здесь, значит, из доставщиков я, из мракоборцев тоже я, из зельеваров тоже я, из выяснятелей, что такое за древняя магия, тоже я. Не, вообще, больше нет людей полезных здесь, кроме меня. Так, мне что-то надо, яйца мне не надо, язык мне тоже не надо. Золотоглазки эти у меня и так есть. И это все тоже. Пиявчатый сок. Шляпки. Мех дворняги. Нет, такое мне тоже не надобно. Мандрагор, мне, значит, не к тебе. Мне, значит, надо к другому мужчине. Спасибо. Мне надо, значит... А у них ничего не появляется нового в магазинах? Типа, чтобы притырить? Нет. Ну и ладно. Так, получается... Мы типа сейчас пойдем. Я что, могу взломать этот замок? Я могу взломать замок! Не понял, что происходит. А, вот. Ну. Что-то не помогает это.
Так, а это будет крутиться. Вот. Хорошо. Не совсем я понимаю, на самом деле, принципы, но... В общем и целом, норм. Блин, а тут какая-то женщина за мной будет наблюдать. Тут какие-то шепоты. Так, очки продадим. А, это на улицу дверь. Это все? Это что, все? Я... Что звенит? Звенит, как будто здесь есть страница. Вот тут, справа. Может быть, где камин? Нет, теперь слева. Не понимаю. Такой прям звон, как будто страница где-то. Вот тут. Женщина, вы не подскажете? Где страница? Вот тут вот. Может быть, часы? Но нет, не часы. Странно. Это все очень странно. А если под... Вы чё разлетелись, разлетались? Не понимаю. Прям слышу четко, но не вижу. Вы чё меня все тут в заблуждение вводите? Я ради очков сюда пришла, да? Вот этих, которые бесполезные оказались. Так, спокуха. Я еще тут все равно не ориентируюсь. Мне нужно тогда, получается, вот к этому мужчине. Вот. А, нет, вот в обратную сторону. Мне у него надо взять... всякие там что-то мандрагора мне нужна. А, точно, к нему по мосту. Что же я буду делать без нее? Без кого? Что с тобой? Ой, это гоблин. Что случилось? Здравствуйте, что-то случилось? Да еще как случилось, моего дорогого лунтеленка. Печеньку украли браконьеры с севера, негодяи. Я пытался с ними сражаться, но куда мне с ними справиться? Мне очень жаль вашего лунтеленка, мистер. Гернов, просто Генров. Я всего лишь скромный гоблин, да и к тому же не особо храбрый. У меня нет шансов в схватке с бандой кровожадных браконьеров. Ох, бедная моя печенька. Остается только надеяться, что ей удастся сбежать. Печенька! Зачем печенька? А зачем браконьерам ваш лунтеленок? Понятия не имею. Навоз лунтелят — это очень ценное удобрение для волшебных растений, но едва ли браконьеров интересует садоводство. Давно тоже. Как знать, что они с ней сделают? Ее могут высечь, освежевать, выпотрошить и набить смолой. Ох, моя печенька. Маленькая. Зачем вы завели лунтелят? Ну что за глупые вопросы? Ты видела их? Ты видела? Ты видела этих бубочек маленьких? Эх, как их не завести? Я поищу вашего лунтеленка. Вы очень добры. Вот бы все волшебники были так же любезны к гоблинам. Если вы ее увидите и доставите домой в целости и сохранности, обещаю наградить вас за труды. Даст мне какой-нибудь плащ, который на 15 рангов. Возьмите печеньку, называется. Типа возьми с полки пирожок. Нет, я иду вон к тому мужчине. Мне надо пойти к мужчине сначала и купить у него что-то. Простите, куры. Спокуха, ща. Мне надо точно мандрагора. Ядовитая тентакула. Ну вот, да. Блин, капец у меня дел вообще. И печенька еще потерялась так не вовремя. Купите новое усовершенствование. Купить нормально задание? Купите. Купите, косарь. Косарь. Вообще.
Доставьте три зелья. Вот, это нам денег дадут. Ну, короче, демимасок. Я вообще не вижу больше этих демимасок. Используйте карту. Да, короче, нам нужна мандрагора и ядовитые тентэ... Короче, я увижу, я пойму. Семена? Нет. О, у тебя что, нету ничего? Ты что? Ты сказал, что ты лучший. Ты. Бадьян, Бадьян, я без тебя выращиваю, знаешь? Пипец, побег спорыша. Удобрение. О, удобрение. Хм, интересно. Давайте продадим ему очки. You've a good head for business, haven't you? Спасибо. No one can say I don't keep a stack shelf. Капец. Вы все меня сегодня подставляете, вы чё? Тогда... тогда куда? Куда тогда? Я вообще куда шла? Что я вообще делала? Что я вообще делаю со своей жизнью? У нас осталось где-то минут 10. Я думаю, что я успею доставить зелье. Вот это. Требуется доставка, правильно? Так, карта мира мне дайте. Ага. Фу, фу, посмотрите. Очаг древней магии. О, а тут есть вон что. Я могу вон сюда. Фу, и там рядом логово паука. Да. Короче, кстати, если кто не знает, не смотрит, мы еще на канале на моем проходили Black Tail игру, которая меня вывесила капец, но это сейчас не важно. Я что хотела сказать, что мы там все время с ребятами Ты залезешь на метлю или нет? Короче, мы с ребятами все время возмущались, что там пауки, типа все дела все время свисают, а я в самой последней серии выяснила, что оказывается там есть режим арахнофобии. Ну, вот, просто есть. И я вот думаю, а что там будет висеть тогда на паутине вместо пауков в режиме арахнофобии? А вдруг в Хогвартсе тоже есть режим арахнофобии? Вот я сейчас доиграю, и я посмотрю прям обязательно, а вдруг тоже есть. Потому что мы же с вами все время жалуемся, что нас арахнофобов притесняют. Может быть, не так все и плохо. Может, о нас все-таки подумали. Потому что в Хогвартсе вообще подумали про левшей. Подумали про слабовидящих. Про слабослышащих тоже подумали. Про всяких вообще людей подумали. Почему бы не арахнофобы, да? Я так думаю. Вот я посмотрю, конечно. Ну вот чем тогда заменить этих пауков? Просто интересно. Ничем. С кем мы будем драться? Со здоровенными пупсами? Я вас умоляю. А что такое вот это вот? Меня сохранили. Не понял. А, потому что я прилетела. Неужели в самом деле? Тут как раз какой-то... А, это, наверное, тут страница будет, нет? Нет. Вот опять! Слышу звон, не знаю, где он. Ой, это вот этот, это этот большой сундук? Нет? А, нет. Она уже ругается. Мадам Лаванг, у меня посылка из лавки зелий Джея Пиппина. Теперь он поручает свою работу детям. Он что угодно сделает, лишь бы самому не утруждаться. Может, вы еще и зелье за него будете делать? А впрочем, какая разница? Вы наверняка справитесь с этим лучше, чем он. А нахрена тогда у него заказываешь? Он единственный, что ли? Слушайте, вот не нравится вам, как кто-то какие-то услуги предоставляет? Ну не пользуйтесь этими услугами, в конце концов. Ну что это такое? Вот зелье. Не все так про... Ой, ну конечно. Я знаю, что Пиппин вечно пытается надуть покупателей. Я и на все готов, лишь бы лишнюю пару-тройку галеонов слупить. Вы ни кната от меня не получите, пока не докажете, что зелье действует. Ты вообще... Ты адекватная? Я дитё. Ты вообще знаешь, как это на подрастающем организме
отразится. Ты нормальная? Мне бы не хотелось. Мне бы хотелось денег, потому что там это... На все нужны деньги у вас. Тут очень меркантильный мир, я должна сказать. Но я выпью, ладно. Это не сложно, хорошо. Вот и славно. Ну, дай. Ты дала? Подожди, что такое? Почему? Что надо сделать? Она хотела бы испытать их эффект. Ну. Так пусть испытывает. Где зелье-то? Что надо сделать? А, там было зелье невидимости. Вот оно. А что, если нам сейчас этот скажет... Вот, пожалуйста. Довольно? Вот и кончилось действие. Кажется, сработало. Что ж, не поспорить. Если на зелье и вправду высокий спрос, может вам пересмотреть свой подход к работе, скажем, предлагать свои умения и рецепты? Ха, ни за что. Этот бездельник пришел на готовенькое, в то время как другие вынуждены трудиться, не покладая рук. Я не собираюсь делиться с ним плодами своего упорного труда. Если его дело прогорит, сам виноват. Ну, тут уж я согласна. Расскажите о своих покупателях. Зачем? Вы упомянули, что покупатели от вас чуть ли не прячутся. Почему? Ну, за всех отвечать не могу, но вот пип-пламбабам, которые у меня закупаются, ага. И на вашем месте я бы сделала вид, что этого разговора не было. Я так и знала, что это что-то с этими уродами связано. Хорошо, я сообщу мистеру Пеппину, что его зелья доставлены. Прекрасно. Можно взглянуть на... О, может, у тебя есть что-нибудь? Мы ищем вообще не то, что у тебя есть. А продать нам, в принципе, тоже не особо-то есть что. Да, пожалуйста, пожалуйста, еще приду, конечно, конечно. Правильно же я понимаю, что мне надо вернуться к этому человечку, да. Сейчас мы через летучее пламя как раз к нему доберемся, что-то там с ним потриндим. И как раз на сегодня хватит. Ну вот сюда, допустим. Не знаю, кстати, с вертикальной мышкой, в принципе, удобно. Я даже не замечаю, что к чему. Не заметила подмены, в общем-то. Так. Нет, неправильно. Вот. Отворяйте ворота. Здравствуйте. Я доставила все. Да. Очень хорошо. Надеюсь, она не доставила вам неприятности. Нет, пришлось мочу какую-то пить только. А так в целом-то вообще приятная женщина. С ней действительно непросто. Понимаю, почему вы не захотели к ней идти. Она ворчит и ворчит. Я очень благодарен вам за помощь. По крайней мере, дело сделано. Деньги гони. Я жду дополнительного вознаграждения. Я очень благодарен вам за помощь. Ага, да, это он же сказал. Ты вот за то, что я пила неизвестно что, плати сверху. Доставить эти зелья оказалось труднее, чем казалось, так что я жду дополнительного вознаграждения. Смотрю, вы по-деловому относитесь к моей просьбе. Что ж, я заплачу вам больше, хотя такое отношение мне и не нравится. Удачного вам зельеварения, мистер Пеппин. Берегите себя. Да мне вообще насрать на твое отношение, знаешь... Сколько мне заплатили? А мы сейчас поймем. Или мы не поймем. О, слушайте, нормально заплатил. Вообще нормально. Только у него по-прежнему нету того, что мне и что мне надо. Ой, ты уж меня увидишь, Эген, это точно. Это прям 100%. Уже рассвело, пока вы тут занимались всякой фигней, уже рассвело. Вот как раз такой прекрасный вид. Будем с вами прощаться. О, кстати, блин, забыла, что можно было в парикмахерскую зайти. Ну и ладно, надеюсь, что я не забуду об этом в следующей серии. Как раз с нее мы и начнем. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.